Сегодня подвешиваю полочку в ванной. И снова я влетел. Полочка из серии София. Из ближнего зарубежья. Имеем вот такие крепления. Раз. Два. Три. И еще одно. Крепеж, который шел в комплекте. Крючок. Пятерочка. И дюбель десяточка. Оригинально, конечно. Так, почему же я все-таки влетел? А влетел я вот почему. Шкафчик будем подвешивать вот в этом проеме. Здесь у нас гипсокартон. Здесь у нас также гипсокартон. Здесь у нас похоже на несущую. Значит, придется подвешивать на эту стенку, но крепить к несущей стене. Просверлю я с правой стороны одно отверстие и установлю один муль. Теперь продырявим шкафчик. Теперь сверлим кафельную плиточку. Дырочки просверлены, теперь вставляем дюбелечки. Ну куда же денусь? Я же уже сюда пришел. Ну все, тогда... Вас уже не выпустите. Не выпустите? Тогда не повесите. И еще один саморезик, на всякий пожарный случай. Отлично. Теперь, что нам показывает уровень? Правая сторона немножко поехала. Отлично. Ну вот и все.